ставить сертификаты соответственно на бордюрный камень, на тротуарную плитку. Олег Иванович, стоп. Сертификаты, паспорта предоставлены, помимо этого заключен договор с независимой организацией, говорит, санитарием проведение обследование. Ну, для примера, значит, какой коэффициент плотности должен быть, и, соответственно, подтверждение это есть. То есть то, что соответствует проектному классу бетона, в этом расстоянии, прочность бетона составляет 26,8 гигапаскаль. Соответственно, коэффициент по подмещению не более 6%. Действительно, то, что мне предоставили, но я еще раз уточняю, что все слышали. Но я понимаю, что сколько все-таки хотел услышать подрядные организации дают гарантийный срок обслуживания по бордюрному камню. 3 года. 2 года. А? 2 года. Это не мы, это который производитель дает. Вот если говорить по бордюрному камню, здесь предтребуемая плотность 38,4, то искать плотность состояла 39,42, все лучше, чем требуется. У нас в конкретном проекте написано, где мы должны взять бордюр. Мы оттуда берем. Они дают 2 года гарантии. Мы там здесь ничего вот менять даже не можем. 5 лет уже. А мы там никак. Вот мы даже не можем менять, вот взять другой. Ну, посмотрите, если мы 2 года, это, ну, капитальный ремонт, значит, там 10 лет, согласен. Но бордюры-то они, что при капитальном ремонте, что при ремонте улиц, да. Поэтому я попрошу здесь, вернемся к вопросу, проектирование, да, ну, 5 лет должно быть. Я знаю, что некоторые организации в Красноярске 10 лет дают. И вижу, что еще у нас рассыпается бордюрный камень, да? Поэтому не хотелось бы мне, чтобы здесь был негатив. Игорь, мы это понимаем, это производители должны отдавать, это гарантия, не мы. Ну, мы не производим, мы работаем, мы делаем работу. К сожалению, когда сформируются техзадания, мы должны эти вопросы, Сергей Михайлович, Олег Викторович, вопросы контролировать. Бордюр, ремонт делается, такое-то. Писать тех заданий, когда конкурс, аукционы. Срок гарантийный, срок 5 лет. Все, и когда выходит подрядная организация на торги, они смотрят, читают. Да, 5 лет, значит, надо ехать в какую-то фирму другую. А сейчас 2 года, получается, пропустили это, да? Меня это не устраивает. У нас так 5 лет с ним, нам без разницы, где будем его брать. Ну, я скажу, что вам без разницы. Вам будет без разницы, когда мы вас будем ругать. Что вы несете ответственность тогда эти за 2 года? Что за 2 года он не разрушится? Вы несете ответственность? Вы говорите, что 5 лет. Он как вы можете? Нами несет. Если в течение 2 года ничего не будет, значит будет стоять. Значит, вы сейчас 2 года даете гарантии. Вы говорите, даете сколько? 5 лет. Он дает мне 5 лет. Нет, мы не мы даем. Это производитель дает 2 года. Это в рамках же контракта, а не производитель. Плюс. Вот то, что мы говорим, да, нам кто-то дает. Вот помимо, как Виктор сказал, да, они нами независимую это, но мы еще проводим, у нас своя аттестованная лаборатория, которая проверяет качество нашей продукции. Я считаю, поэтому что это как бы, наверное, предотвратит какие-то негативные эти. Я считаю, что на будущее должно это все четко прописано, гарантия должно быть бордюрным камнем, то, что исследование должно проводиться, они должны испытываться, все это прописывается сначала. Есть опыт, когда, к сожалению, у нас бордюрный камень и года иной раз не простаивает, после зимы он начинает уже рушиться. Ну, мы услышали вас, да? Это другой бордюр, это был литой. Это лучше. Это лучше. Это прессовый, это вот как бы реально.